Сейчас буду готовить простой и вкусный гарнир. Для этого гарнира мне понадобится картошка. В данный момент, так как у нас лето и картошка молодая, я ее слегка очистила, ну прям слегка, только то, что мне не нравится. Все остальное мне нравится. Кожуру в основном оставляем, будем на зиму запасаться витаминами, потому что основные витамины картофеля находятся все-таки в кожуре. Ну и в самой картошке, конечно, тоже, но в кожуре больше всего. Лук репчатый понадобится и капуста молодая. И все, больше ничего не надо. Три ингредиента. Соль, перец, это как бы само собой разумеется. Вот, обжарю. Картошку прям порежу, вот такую, допустим, разрежу пополам, если покрупнее, на три части, обжарю с луком, а капусту добавлю в самом конце, потому что капуста молодая, чтобы она оставалась сочной и слегка хрустящей, будет очень вкусно. Я такое блюдо могу есть как самостоятельное, очень вкусно, мне нравится, а муж говорит, что для капусты и картошки нужно мясо. Ну, раз говорит, положим ему мясо. Начну готовить. Если вам нравится видео, нажмите пальчик вверх. Вам не трудно, а нам приятно. Картофель разрежем на 2-3 части. Репчатый лук соломкой. Капусту режу квадратиками, примерно 2 на 2 сантиметра. Так как кочан не нашинкован, а нарезан кусочками покрупнее, капуста получается более сочная и хрустящая. Сначала обжарила картошечку с лучком немножечко. Добавила капусты и пусть готовится до готовности. Если нравится канал, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых видео. Прошло совсем немного времени, и гарнир готов. Добавьте любую зелень по вкусу. Советую приготовить. Я уверена, это блюдо вам понравится.